Друзья, всем большой привет! Делюсь сегодня с вами рецептом обалденного салатика, который можно приготовить на новогодний стол и просто так. Рецептом со мной поделилась моя подписчица. Спасибо огромное, что делитесь. Салат действительно очень вкусный и очень сочный. Кому интересно, оставайтесь со мной. Давайте будем готовить вместе. Один окорочок я отварила в подсоленной воде и остудила его также в воде, чтобы мясо оставалось мягким, сочным и нежным. Разобрала его на филе и теперь нарезаю небольшим кубиком. Также мне понадобится морковь по-корейски, ее я готовлю сама, ссылочку укажу в описании под видео. Вы можете приобрести готовую морковь, как пожелаете. По весу я беру ее столько же, сколько куриного филе. Кусочек твердого сыра я натираю на мелкой терке и также отправляю его в салатник. Сюда же я отправляю консервированную кукурузу и зерна граната. Салатик будет невероятно сочный. Обязательно добавляю сухарики, можно готовые, можно приготовить самим. Добавляем их непосредственно перед подачей салата на стол, либо отдельно каждому в тарелку. Заправлять салат будем майонезом, в него я выдавливаю несколько зубчиков чеснока для пикантности. И заправляем салат. Салатик получается действительно очень сочный, очень вкусный, красочный. Попробуйте его приготовить, я надеюсь, что и вам он тоже понравится. Я думаю, что такой салатик каждый захочет попробовать, поэтому можете смело готовить больше, потому что у нас порция получилась достаточно небольшая. Я всем-всем желаю приятного аппетита, отличного зимнего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если рецепт понравился, а я буду ждать ваших отзывов в комментариях. Пока-пока!